Настоящий праздник народной песни, который с нетерпением ждут и зрители, и участники, прошел на днях в Доме культуры «Фенинский». 8-й раз подряд на мероприятии собрались односельчане и приезжие гости из разных уголков Раменского городского округа. Зажигательные частушки, народные танцы и песни, ароматные и вкусные угощения – все это завлекало участников фестиваля. Мы подходим ко всему очень ответственно, поэтому к нам приезжают здесь с разных ДК люди, поучаствовать, то есть здесь все происходит на таком хорошем уровне. Ваша такая уже традиция каждый год проводится. Это традиция у нас каждый год. Этот праздник, да, он традиционно всегда проводится в Фенино. Они были родоначальниками этого праздника, они его и празднуют так широко. Ну а со всех деревень сюда стекаются люди. Самое главное, что на эти праздники идет народ, потому что праздники для кого устраивают сотрудники ДК? Для местных жителей. И вы видите, что сегодня зал полный и гостей, и местных жителей. И поэтому изюминкой любого праздника являются люди. Любовь, которая родилась в деревне Фенино и является одним из инициаторов данного праздника, с удовольствием рассказала нам, почему же конкурс называется «Деревенька моя». Она нам дорогая, деревенька моя. Почему-то восхваляют какие-то города, там большие какие-то. Мы решили свою родину малую поддерживать. Понимаете, еще какая задумка этого фестиваля? Многие проводят конкурсы. Но вот представляете, приезжают люди на конкурс. Вот как бы там что ни было, все равно переживают, какое я место займу, а почему вот это первое место заняло, а вот я, может быть, лучше был. А здесь фестиваль, они приехали отдохнуть. И вот моя была задумка первоначально, чтобы люди, мои коллеги в первую очередь, которые постоянно круглый год работают, даже в праздники и выходные, они могли здесь расслабиться и получить удовольствие. Деревенский праздничный концерт переливался радужными многоцветиями талантов. На празднике выступали гармонисты и театральные коллективы со всего района. Заходишь, и сразу тебя встречают с песнями, с веселыми, сразу создают настроение. Ну и, конечно, угощение хлебосольное, чего там только нету. И несколько видов каши, и пирожки, и картошка, и селедка, и различные напитки. Ну, то есть очень гостеприимно. Люди приходят, общаются друг с другом, и когда они объединяются в таком хорошем настроении, это всегда благоприятно для жителей. Как гласит известный афоризм, душа народа живет в песне, и народное пение – это уникальная ветвь многовековой народной традиции. Благодаря таким фестивалям мы можем соприкоснуться с неиссякаемым родником народной культуры. Егор Кабанов, Дмитрий Корунов. Для программы «Городские вести».